Всем привет, это игра Stronghold, продолжаем играть кампанию. Сегодня у нас 7-я миссия Прорыв. Поехали. Говорят, что, удирая с поля боя, лживый крыса было белее мела. Клич мятежный слыша за собою, с высоты дождем летели стрелы. И под этим смертоносным градом людям его жизнь казалась адом. Скоро, умоляя о прощении, крыса будет ползать на коленях. Тем временем барды делали все возможное, чтобы подорвать авторитет крысы. А поскольку в проницательности лорда Вулсака стали сомневаться, сэр Лонгарм взял командование на себя. Вскоре вы узнаете, что ваш сосед, энергичный лорд Мэнкин, также выступил против врага. Депиус, нужно заняться этим Мэнкином. Если взбунтуется хоть один из лордов, к нему присоединятся и остальные. Ну, я должен вернуть свои собственные графства, и у меня не хватает людей. Я ожидал подкрепления. Довольно. Или вы захватите графство Мэнкина, или я вас вздерну. В награду за службу я назначаю вас командующим всеми нашими войсками. Вы это заслужили. Первое ваше задание — оказать помощь лорду Мэнкину и заставить противника снять осаду с его владений. Владение лорда Мэнкина в осаде, и для нас жизненно важно удержать его графство. Высадитесь там с отрядом копейщиков, возглавьте его гарнизон и одержите победу. Если мы преуспеем здесь, поднимутся и другие графства. Итак, нам нужно помочь одному из наших компаньонов, лорду Мэнкину, в осаде. Потому что крыса постарается любыми способами захватить его графство. Но, по всей видимости, крыса будет действовать нерационально, так как он боится волка, который обещал его вздернуть, если он и дальше будет проигрывать свои графства одно за другим. Ну что ж, начало обещает быть горячим. Нам нужно отбить осаду. Мы высадились на берегу моря, нам нужно успеть прибыть в гарнизон, ну и отбить нападение. Поехали. Нас атакуют! Все на стены! Поехали. Мы на уже стены. Идем в ваши так, тут еще пара лучников. Какие есть указания? Давайте их тоже. Идем в ваши приказы. Сюда. Идем в ваши приказы. Да, мы идем. Так, взять их сюда, потому что их там за... А, уже завалили, блин. Куда пойдем? Сейчас копейщики будут скидывать лестницу. Валите их, валите. Где? Опа-на! Не так просто!
присылаю. Что там, еще кто-то есть? А, вот. Так, мы пока травосеков поставим. Дерево нам понадобится немало. Плюс им далеко ходить. Так, сразу фермы ставим поближе. Потому что отсюда ходить это неблагодарное занятие. Нет свободных людей для этой работы. Да. Так. Хижина. Да, надо. Надо. Сейчас принесут, надо. Запасы провизии. О боже, как это называется? Пекарни поставить. У нас с хавчиком проблемки будут. И плюс у нас рынка нет. Как вы можете заметить. Так, восстановим целостность замка. Хотя бы пока нечем заняться. Ну и вторую стену поставим. Кстати, в прошлой миссии барак был каменный, а здесь деревянный. Ну да ладно. Здесь деревянная стена, видимо, камня у лорда Мэнкина не было. Ну, в принципе, тут и не нужна каменная стена. Вряд ли кто-то с моря будет нападать. Ну да ладно. О, всех людей заняли. Запасы провизии убывают, мой лорд. Вот так на. Дерево понесли. Понесли. И что мы ставим? Сразу ставим хижинку. Хижинку ставим. Так, и срочно пекарушки. Пекарушки просто. Не хватает дерева, милорд. Просто вот здесь их. Провизии осталось мало, повелитель. Да знаю. Сразу пекарни ставим. Запасы провизии убывают, мой лорд. Ну ничего, сейчас разурю. Немножко поголодаю. Да я вижу. Все почти не осталось. Так, ну надо сохраниться для начала. И лучников поставить. Ну и пекарню еще одну. Так, есть. Мука еще есть. Сейчас отсюда наносят. Будет нормально. Так, камешек грузят. Отлично. Камешек сейчас привезут нормально. 4 на 8, 32 камешка. Отлично. Так, ну еще надо строить лучницы. Вернее, они называются мастерские стрельника, потому что здесь не только луки, но в будущем и арбалеты будем делать.
Провизии осталось мало, повелитель. Запасы провизии убывают, мой лорд. Сейчас будет вам провизия. Запасы провизии убывают, мой лорд. Так, камушек поехал. Ждем ваших приказов, ждем ваших приказов. Уже идем. Так, мы можно... постепенно расходуем деньги, сэр. Налог поставить. Так. Что там, дерево несут? Вот, понесли. Хорошо. Утолщаем нашу стену. Ваше указание. Есть, ваша светлость. Что нам делать? Мы уже идем, а? Выступаем. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Всегда готовы. Ваше указание. На центральную башню. Итак, раз. И еще один уровень. Чтобы катапультами ни в коем случае не пробили. Итак, поехали лучницы. Шестнадцать, ну и сразу еще одну ставим. Тут ходят не движение такое, что так. Есть. Запасы питание пополняются. Камешка нет. Ну. Питание пополняется, все пополняется. Отлично. Так, этого сейчас переставим поближе. Так. Этого поставим сейчас сюда. Этого вообще снесем. Удалось проникнуть сюда без моего ведома. Все равно я прикажу своим людям уничтожить тебя. Хорошо. Ваша популярность падает. Так, нормально. Так, можно здесь утолстить стеночки. Будут катапультами стрелять, чтобы не долетало до наших каменных стен. Ну, по крайней мере, все, что они будут стрелять. Опа, что-то я затупанул жестко. Нас атакуют войска крысы. Это заваляем. Не хватает рекрутов, сэр. Да? Мы идем. Лучники готовы. О, тут уже поболее. Идем. Не хватает рекрутов, сэр. Мой лук к вашим услугам. Давайте на стены. Так. И вот так. Так. Вот так. Идем в ваших приказах, милорд.
А, нужно еще поставить лестницы, чтобы... Ну, в принципе, здесь есть по бокам, но еще здесь поставить, чтобы удобно быстро могли избираться. Вот это они... Ё-моё. Вот это, блин, они херачат. Пробьют. Вот это и ёшкинка. Хо-хо-хо. Что-то у вас, мне кажется, ой, слишком много катапульта. Вам не кажется так? Коцали, конечно, неплохо так. Вот, наконец. Опа-па-па! Куда покидают? Ребятки, нельзя покидать. Давайте прибывайте уже. Три камня, что-то маловастенько. Нам приходят новые люди. Так, осталась последняя атака. Так, этого нам не надо. Вот это порубили, конечно. Ёшкин кот. Не хватает рекрутов, сэр. Лучники готовы. Хоть замок восстановить, что ли? Так, но у меня уже камня нет. Вот в чем беда. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Мой лук к вашим услугам. А?
Можете рассчитывать на нас. Это не так просто. Куда пойдем? Да, хоть бы привезли камешек до последней атаки. Сохранение. Что-то как-то быстро все происходит. Идем. Не хватает рекрутов, сэр. Уже идем. 29-30 лучников, что-то вообще. Идем ваши приказы. Как-то мало. Всего мало. Идем ваших приказов. Здесь поставить, что ли? Как-то они валят так, что ё-моё. Ваша популярность растет? Конечно, растет. Люди любят вас. Двойное на продовольствие. Вас и пополняются, сэр. Идем не хватает. Чего же не расти? А? Мы идем. Так, ну, в принципе... Всегда готовы. Должно быть все нормально. Эти на подстраховочке. Идем ваш приказ. Лучники готовы. Мы уже в пути. Запасы провизии убывают, мой лорд. Сохранение. Камешек поехал. Как раз, думаю, достроим замок. Послание открыто. Ну, начинается. Вот теперь тебе стоит побеспокоиться. Моя армия скоро настигнет тебя. Давай, давай. Запасы провизии пополняются, сэр. Надо было лучницу здесь поставить, да и все. Я, блин, сразу не сообразил. Вот ё-моё. Так, ну, замок достроили. Это радует. Ждем ваш приказ. Мой лук, ваш камешек приходит. 10, если что, можно будет немножко подлатать. Нас атакуют войска крысы. Так, где? Ох ты ж, ёб твою мать. Лучника, ну и штук так под 60, наверное. И там еще, еще. У меня 35 лучников тогда. Идем ваш приказ, милорд. Уже идем. Ну, будет напряжно. Идем ваш приказ. Да? Мы идем. Мягко говоря. Лучники готовы. Ваши указания. Есть ваша связь. Что нам делать? Мой лук вашему сэлору. Мягко салор. Говоря. Какие будут указания? Напряженочка. Идем. Не хватает приказ. Оружия, сэр. Идем ваш приказ. Поставим лестничку. Будем доставлять. Что-то еще сделают. Так, а сделаем-ка мы вот так вот. Чтобы они ближе было носить, ёхан я ва. Вот это сейчас пойдет. Там отлично. Mm.
своих еще покоцают нормально. Нормально. Отлично. Это они как-то не очень попадают, понял? Попадают. Как-то через раз, через два. Сколько стрелы, что-то непонятно. Побежал, вот. Ну что ты говоришь? В чем прикол? Почему эти лучники не убивают? О, пошли. О. Так, давайте переводим, потому что... Все, есть. Делаем замок красивым. Это не так просто. Мы уже идем. Вот так. Все. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Всегда готовы. Ваши указания? Милорд, мы уже в пути. Отлично. Рекрутов, сэр. Двойной рациончик. Ждем ваших приказов. Послание от крысы. Только не это. Я не могу поверить. Идиоты! Меня окружают идиоты! Ну, как могло у тебя получиться разбить мои войска? Ждем ваших приказов. Победа! Всем спасибо за просмотр. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Дальше будет еще круче. Должен сказать, что я просто потрясен вашими военными успехами. Мне уже приходила в голову мысль заняться этим жалким крысенком. И я думаю, мы придем к взаимовыгодному соглашению.